Банде Гуру Пададандам Бхактавинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банденита Ананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарана Дайам Гопиджано Самаюктам Бинда Ванаманохар Ванша Калпатару Эшаки Басинду Бхавача Патитанам Павуне Бхавишна Бибхьо Намо Намаха Мукам Кароти Вачалам Пангум Лам Хайтагирим Ятки Патамахам Банди Парамананда Мадхавам Бриндавай Тулсидеббай Пиявай Кесава Сача Шна Бхакти Паде Деви Саттваттвай Намо Намаха Нараяна Намаскритта Нарам Чайва Нараттамам Девин Сарасватин Вясам Тато Жайо Мудире Шанкиртане Кришна Катхопадеше Гаурия Патрасья Пракасане Ча Садануракта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамадакша Джагод Баруна Дхейям Сада Парибхавагна Бхавишта Духам Тетас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Бхитатихам Панутапала Бхавадипутам Банде Махапурусате Чаруна Равиндам Ятпада Паллава Накачанда Маничатая Биспуриджита Кимипигабабадушва Дарши, Пурунану Рагара Сасагара Сарамурти, Сарадикама и Кадакипам Кроши. Шри Кришна Чайтанна Прахунитананда, Шиаддхайта Гададхара Сивасади, Гаура Бхакта Бинда, Шри Кришна Чайтанна Прахунитананда. Сиаддхайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхакта Бинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Аджану ламмита бхужау канака бодату Шанкиртаной капитару камала йотакшо Вишам бару дижавару джугадхарм пало Банде жагат приякару каруна бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Намами Ганге Таба Паду Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дипа Рупам Бхуктин Ча Муктин Ча Дада Синитам Бхавану Рупена Садханаранам Ганга Таранга Раманинья Джата Калапам Гаури Нирантара Бибушихи Тобама Бхагам Нараяно Прияманango Мада Пхарам Барану Сипурапати Бхаджави Шанатам Ваги Саджушо Бадани Лакшмир Джасача Бхакшаши Джасясте Хидай Самбихид Вам Нишинга Махамбхаджи Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари Хари Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе. Джанг Бхамма Барунэнда Руддамарто Стунбанти Дибвай Ставай
Ведай Шанга Падакрамо Панишадай Гаянти Ям Самага Дхенавастита Тадгати Наманаса Пашанти Ям Йогина Ясям Тамна Видуху Сура Сурагана Девайота Смай Намаха Джанг Брахма Барунендару Дамаруто Сунманти Дивай Ставай Ведай Шанга Падакрамо Панишадай Гаянти Ям Самага Дхенавастита Тадгати Наманаса Пашванти Ям Йогина Ясям Тамна Видуху Сура Сурагана Девайата Смай Намаха Гаудия Гоштхипати Гаудия Гоштхипати Шри Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Парамахамса Джагадгуру сказал, что Вьясадева Госвами пригласил всю Вселенную. Присоединитесь к нам в нашей молитве. Мы молимся лотосным стопам Абсолютной Истины, которая уникальна. Мы молимся, поклоняемся ей. Почему бы всем вам не присоединиться к нам? Мы не эгоисты. У нас нет пристрастности. Мы не хотим сами наслаждаться абсолютным счастьем, сокровищем и не делиться этим с остальными. Мы приглашаем всех, говорит Прабхупад. Проблема лишь в том, что никто не хочет совершать абсолютный баджан. Люди понимают смысл того, к чему они стремятся. Они видят ценность и смыслов объектов, к которым они стремятся, какими они хотят обладать. Если они не видят этого смысла, они и не стремятся к этому. Именно поэтому обусловленная душа не видит смысла совершать абсолютный баджан. About the absolute truth, it is written in Bhagavatam. One of these 12 Mahajan, один из 12 махаджан, великий Ямараджа Махарадж, говорит в Шримад Бхагаватам. This is most secret thing, secrets of the secrets, so secret, it is impossible to realize that thing. Абсолютная истина настолько сокровенна, что ее невозможно постичь. Даже начав совершать хари-баджан, люди не могут сконцентрироваться на том, ради чего они оставили свой дом, ради чего они уехали из своей страны, приехали сюда. Мы забываем цель. Даже те, кто приняли саньясу и брамачари, забывают о своей цели. Для чего вы оставили свой дом? Для того, чтобы поклоняться Абсолюту. И я много раз слышал, когда преданные говорили, когда мы оставили свои дома, мы хотели совершать хари-баджан, у нас были благие намерения. Но потом, каким-то образом, непонятно как, у нас появилось столько желаний, столько материальных желаний. Это происходит из-за аппаратх. Я слышал от многих саньяси, не только саньяси, еще и ачарьи. Когда я жил домашней жизнью, жил семейной жизнью, я жил простой жизнью, ходил на работу, получал небольшую зарплату и строго следовал всем правильным предписаниям. Я строго совершал экадыши. Когда я
повторял Харинам, у нас слезы из глаз катились. У меня, я рыдал, но теперь этого не происходит. Что происходит? Почему я больше этого не чувствую? Все пропало. Так происходит из-за аппаратха. Итак, обусловленные души всегда стремятся обладать материальными объектами. Они, люди стремятся к тому, что, в чем видят смысл, ценность. Но если вы будете по-настоящему искренни, гуру и вайшнавы покажут вам ценность, такую ценность Харибаджан, такую ценность нашей высшей цели, что вы забудете обо всем, о своих отцах и матерях, о мужах и женах, мужьях и женах. Осознаете, что человеческая жизнь дана лишь для обретения этого уникального объекта, этого уникального сокровища. Тем не менее, это не так доступно, не такое доступное знание. Оно сокровенно. Максимальная чистота, которую вы можете себе представить, имеет предел. Но я сейчас говорю об абсолютной чистоте, которая беспредельна. Мой Гуру Махарадж говорил, что в мире есть много вещей, которые привлекают тебя. Они могут привлекать тебя, всячески привлекать. Они как магниты будут притягивать тебя. Но ты сможешь очень легко обрубить эту привязанность, обрубить, не поддаваться их влиянию. Только это произойдет лишь в том случае, если у тебя есть милость гуру, если гуру проливает на тебя крипу. То же самое говорит и Махапрабху, и все наши ачарьи. Потому что если у человека есть гуру крипа, милость гуру, никакая майя не доставит ему проблем. Ничто не будет привлекать такого человека. В Упанишадах сказано, что влияние майи настолько сильно, а сокровенные истины настолько надежно спрятаны от обусловленной души, что ей крайне сложно отыскать их, крайне сложно понять их. Сокровенные вещи духовности покрыты, надежно спрятаны. Они покрыты золотом, покрыты золотой оболочкой, так что никакие демоны не смогут понять их ценность, не смогут отыскать их. Потому что абсолютная истина, сокровенная абсолютная истина настолько хорошо спрятана Бхагаваном, что никакой обычный человек, никакой недостойный человек не сможет отыскать их. Только если у вас есть решимость, я умру или найду, в таком случае вы достигнете успеха. Но какая-то пограничная... Какое-то пограничное состояние, какие-то компромиссы не позволят вам это сделать. Сделай или умри.
необходим такой девиз. Как, точно так же, точно таким умонастрением обладал Друва Махарадж, когда он совершал баджан. Именно поэтому всего 6 месяцев потребовалось ему, чтобы достичь своей цели. Даже меньше. Но ведь он был ребенком. Страхи погружают нас в проблемы. Имеется в виду, у нас полно страхов, и мы постоянно переживаем. Что, если я сейчас оставлю дом? Кто позаботится обо мне в старости? Если я сейчас оставлю родителей, кто позаботится обо мне? Но в шастрах сказано, что необходимо полностью предаться Господу. А если вы сделаете это частично, частично предадитесь Гурудеву, в таком случае вы обманщик. Вы не искренне. Таким образом, если вы хотите совершать Кришна-бхаджан, необходимо предаться полностью. Трансцендентное сокровище, абсолютная истина, так надежно спрятана, что нас и ее разделяет огромное пространство. Девидхама, Майядхама, Брахмалока, которое необходимо преодолеть также, чтобы достичь этого сокровища. Там же находится озеро Вироджа, река Вироджа, где необходимо принять омовение. Дживатма должна принять омовение для того, чтобы до конца очиститься от материальных остатков. Потому что никакие материальные загрязнения не разрешены, недопустимы в Дхаме, в Святой Дхаме. Таким образом, необходимо очистить, достичь бесконечной чистоты. Вы очистите себя до конца в этой реке Вироджа, и вы встретитесь затем в сиянием, золотым сиянием Господа. Оно настолько ослепляющее, что ничего не видно от этого золотого сияния. Но его тоже необходимо преодолеть, и затем вы попадете в Садашивадхаму. Ее нужно преодолеть, пройти, затем вы попадете на Вайкунтху. И в соответствии с вашей предрасположенностью вы сможете войти в Нрисимхадхаму, в Курмадхаму, в Арахадхаму или на планету Рамачандры. Все зависит от вашего вкуса, от того, к чему у вас есть стремление. Если же вас не удовлетворит все это, если вы захотите абсолютной любви с Бхагаваном, которая не имеет никаких границ, если вы захотите, чтобы ваш Бхагаван был вашим другом или возлюбленным, вам придется пойти еще выше. И тогда вы попадете во Вриндаван. Настолько сложен этот путь. И в Упанишадах сказано, что сокровенная истина, таким образом, Вриндаван скрыт крайне надежно. Если попытаться понять материальным умом эту абсолютную истину, ничего не выйдет. Вы просто получите пинок, то есть сверху.
Можно, опираясь на ум, интеллект, пытаться приблизиться к Бхагавану, но вы получите пинок, то есть имеется в виду, что вас отбросит от Бхагавана. Your speaking power is not sufficient to touch the absolute truth. Maybe you can pass. Нашей речи, способности говорить недостаточно, чтобы притронуться к абсолютной истине. Можно рассказывать лекции, давать лекции, если у вас есть какие-то ораторские способности. Тем не менее, лекции и профессионализм в этом вопросе не является бхакти. Совершенно не означает, если преданный рассказывает интересную, замечательную катху, что он чистый преданный. Однажды Прабхупаду пригласили в знаменитый большой университет, где работали великие профессора санскрита. Там Прабхупад в том месте также установил матх, и я посещал его. Там был огромный зал, где проходили семинары, он был наполнен профессорами, учеными, докторами наук, и в их присутствии Прабхупад говорил. В конце они сказали Прабхупаде: «Мы так и не поняли, о чем вы говорили». Не могли бы вы выражаться более просто? Но Прабхупад ответил: «Будет лучше, более практично, если вы возвыситесь до моей речи. Это лучше, чем если я буду нисходить до вашего уровня. Если вы просите меня пойти на компромиссы». Пойти на компромиссы означает принять что-то плохое, согласиться на что-то плохое. Найти, то есть компромисс означает найти всеобщее согласие, взаимное согласие. Но когда вы это делаете, тем самым вы отказываетесь от чего-то хорошего, от своих интересов, и принимаете интересы оппонента. Тем самым принимаете что-то плохое, негативное. Именно поэтому в Хари-бхаджане недопустимы компромиссы. With material brain, you cannot understand. So complicated. Трансцендентную истину, то есть то, о чем говорил Прабхупад, невозможно было понять материальным мозгом. Именно поэтому они ничего не поняли, потому что у них не было гуру Крипы. Еще 200-300 лет назад было правило. Сейчас ему не следует, но прежде в нашем обществе брахманические дети, мальчики, если в семи поколениях не соблюдали высшие стандарты брахманизма, нельзя считать ребенка, родившегося в этой семье, настоящим брахманом. Когда дедушки, прадедушки, прапрадедушки все твердо следовали стандартам брахманизма, ребенок в этой семье считается настоящим брахманом. Потом постепенно, со временем, это правило сошло на нет. В конце концов, стали следовать трем поколениям. То есть, если три поколения твердо следовали брахманизму. Плюс еще необходимо вишну-бхакти. Это самый важный фактор.
преданность Вишну. That's why in Bhagavad Gita Mahapuran it is written that in Saptam Skanda, Vipra Disaraguna Yutat Aravindanavo Padaravinda Vimukat Sapachambaristam. What is it? Поэтому в Бхагаватам и сказано, в Бхагаватам сказано, Бхагаватам — это высший свидетель, так сказал сам Махапрабху. Собакоед, низкорожденный человек, который питается плотью собак, который убивал. Даже сейчас такие люди есть. Убивают собак и едят. They used to arrange a big festival, both for the dog they are going to kill, and both for their themselves. Раньше люди устраивали праздники для собак, которых они убивали, которых они собирались съесть, и в честь их, они вначале брали собаку, которую собирались зарезать, накормили ее так, что она вкусной какой-то пищи, она наедалась. Они хватали собаку и там и уводили ее в какое-то место, забивали ее, она умирала, бросали в огонь. В Таиланде тоже практикуют подобное. Продаются туши шакалов, собак. Там целый рынок. В газете я сам видел. Висят тела собак на рынке и продают их. Зажаривают собаку на костре. Достают ее плоть, достают еду, которую накормили собаку, и оставшиеся съедают. И в Таиланде это считается большим деликатесом. И для этих людей это настоящее наслаждение. Таким образом, если браман не следует правым предписаниям, он таковым не является. Но в то же время, если какой-то низкорожденный человек из семьи собакоеда следует и обладает бхакти, мы кланяемся его лотосным стопам. Рамчандра, к примеру, дружил с Гуханчандалом. То есть это был человек, выходец из очень низкой касты. Тем не менее, Рамачандра близко дружил с ним, точно так же, как и с обезьянами. Бхагаван может дружить с кем угодно, потому что Бхагаван находится в сердце каждого и взаимодействует с атмой. So if one locust is there, still we can pay honor to him. Is because in Krishna Bhajan there is
Итак, если человек совершает баджан, несмотря на то, что он из какой-то низкой, низкого происхождения, мы выражаем ему почтение. И совершенно неважно, с России, Австралии или откуда-то еще вы приехали сюда. Все это не важно. Важно то, что вы совершаете баджан. Если вы действительно его совершаете, вам необходимо выражать почтение. Я много раз говорил о том, что Харидас Такур был из мусульманской семьи, но Махапрабху выражал ему высшее почтение. Никто не получал такого почтения, как Харидас Такур. Потому что Харидас Такур был Намачарьей. Ведь Харинам, нам, Бхагавана, гораздо ему отдается приоритет в сравнении даже с Бхагаваном. То есть нам для нас больше, чем сам Бхагаван. Хотя нам и Бхагаван в действительности едины, мы выражаем почтение больше наму. Потому что все, что мы знаем, все совершенства обретаются благодаря повторению святого имени. Именно поэтому Махапрабху ставил в приоритет святое имя. Первостепенное почтение выражал ему и тому, кто является Нама Ачарьей, учителем святого имени, учителем повторения святого имени. Итак, Харинам для нас более важен, чем даже сам Господь, потому что с Господом мы можем встретиться посредством Харинама, лишь благодаря Харинаму, воспевая святое имя с глубоким почтением и любовью к Господу. Мы увидим все его лилы, его дхаму, его самого, его спутников, его обитель. Как это получилось у Брамы? Благодаря повторению святого имени. Итак, Харинам крайне важен для нас. Но положение преданного, где он родился и в какой семье, совершенно не важно. Потому что в преданном служении ключевым фактором является любовь к Господу. Эти слова из Чайтанья Чаритамриты. Вы не понимаете бенгали, но нужно учить его. Магуру Махарадж говорил, что если вы выучите, вы будете наслаждаться сливками, нектаром. Язык, казалось бы, не так важен. Тем не менее, он имеет смысл, имеет значение. На самом деле, если даже вы не понимаете язык, бхава из сердца чистого преданного войдет в ваше сердце. Когда возвышенные саду рассказывают харикатху и совершают киртан, вы также ощутите что-то в своем сердце. Как я уже говорил, путь бхакти очень сложен. Если вы будете прилагать все свои усилия, даже больше, вы не достигнете своей цели, трансцендентного, абсолютной истины. Тем не менее, если вы обретете милость подлинного вайшнава, которому плевать на пратиштху, плевать на славу, тот, кто посвятил всю свою жизнь служению Бхагавана, если вы обретете его милость, вы
достигнете нашей цели. Прабхупад говорил, что моя харикатха это не инструмент для собирания денег и славы. Моя харикатха лишь для того, чтобы удовлетворить гуру вайшнавов и Бхагавана. Так вот, если вы получите милость от такого возвышенного саду, вы достигнете успеха. Раньше также было строгое правило, что если даже ребенок родился в брахманической семье, и по сути от рождения он имеет право изучать шастры, Веды, Веданта, Упанишады, он имеет право. Но сказано, тем не менее, до тех пор, пока он не получит дикшу, не обретет брахманический шнур, гайтри мантру, он не имеет права изучать Веды, Веданту. Таково было строгое правило. Можете вспомнить, как я рассказывал о Гопал-бхатте Госвами. Когда он был совсем маленький, когда он был еще маленький, ему дали брахманический шнур, и только после этого он начал обучение. Я постоянно говорю, что нашему обществу не нужны большие храмы. Нам не нужны большие храмы, большие миссии. Нам нужно воспитывать, учить детей, обучать их, обучать так, чтобы в будущем они стали настоящими ачарьями. Я много раз говорил об этом открыто. Я просил всех, обращайте внимание на детей, на обучение 6-7-летних детей. И тогда, если они получат достойное воспитание, они смогут защитить все общество. А если я сейчас буду их обманывать, если я сам обманщик и буду обманывать их, они вырастут точно такими же и будут обманывать весь мир. На самом деле реакция умножается. То есть, например, если я в какой-то степени обманщик, то дети мои вырастут уже в 10 раз более с большими способностями обманывать. Такова реальность. На самом деле реальность — это Бхагаван. Реальность — это не женщины, не деньги и не положение в обществе. Абсолютная реальность — это Господь. Таким образом, нам нужно заниматься воспитанием детей, чтобы ради будущего общества. А иначе они начнут, они продадут книги Сиддханту вайшнавов, продадут библиотеки вайшнавской литературы. Все продадут, все разбазарят. Сам Прабхупад сказал, что мы сейчас действуем как проститутки, как блудницы. Блудница может делать все, что угодно за небольшую зарплату. Она продает собственное тело. И то же самое происходит с нашим обществом преданных. Мы готовы продать все, что угодно. Мы не готовы защищать интересы Гауранги Махапрабху. Мы не хотим защищать интересы Прабхупады и Бхактивинода Такура. В наших интересах лишь мое собственное положение. Я хочу, чтобы мне поклонялись. Итак, Бхагаван крайне сложно достижим. Если вы полностью избавитесь от влияния майи, выйдете из осквернения майей, выйдете из
из-под влияния тригун материальной природы, не надо думать, что сразу же вы достигнете Бхагавана. Нет, это просто начальный, это только начальный пункт. Когда вы избавитесь от влияния майи, вы только придете на нейтральный уровень. Как в детском саду. Это как детский сад. И затем, благодаря милости Гуру и Вайшнавов, если вы сможете развивать свою бхакти, вы будете больше и больше погружаться в бхаджан. В противном случае вы станете имперсоналистами, майявади. Прабхупад спрашивает, хорошо, вы избавились от влияния майи, что потом? Теперь чего вы будете, что вы будете делать? Харибаджан? Если вы не захотите в таком освобожденном состоянии совершать харибаджан, каков смысл в освобождении? Итак, мы читаем об Абхадхут Саньяси и Яду Махараджа. Бхагаван Шри Кришна рассказывает Удаве о них. Он говорит, я могу тебе рассказать много глубокой сиддханты, но прежде всего я хочу рассказать тебе несколько историй, из которых ты сможешь извлечь уроки. Я расскажу тебе о разговоре Яду Махараджа и Абхадхута Брахман, Абхадхут Саньяси. In your private life, you can make some plan, something. But Mayadevi plan is infinite. He's making such a plan. На самом деле, наши планы, то, что мы можем планировать, ограничены. Но планы Майи бесконечны. Она планирует изощренными способами, как еще больше сетей набросить на нас. И мы становимся таким образом жертвой Майи. Нам необходимо прямое осознание. Необходимы реализации. Это самое главное. Если мы просто слушаем Харикатху, если мы получили дикшу от Вайшнава, но нет никаких осознаний и реализаций, каков смысл во всем этом? Это указывает на то, что наше общение несовершенно. Саду Санга несовершенно. 2-3 года назад я рассказывал о том, как один так называемый преданный, приходил, посещал Гаудия Матх на протяжении 20 лет. Он давал пожертвования. Совершал парикраму, принимал чаранамриту, кланялся. Он делал это ежедневно. Тем не менее, так и не начал харибаджан. Точно так же вы можете 20 лет меня слушать. Но если ваше сознание не увеличивается, если вы до сих пор чувствуете, если вы не начинаете чувствовать себя беспомощными, без милости Гуру, это говорит о том, что все бесполезно.
20 лет этот человек посещал мат, храм, но не видел необходимости в том, чтобы начать харибаджан, приняв садгуру, предавшись ему. Джива Госвамипад говорит о таких людях, что они лишь выглядят как преданные, но таковыми не являются. Потому что они даже не начали харибаджан. Они не видят необходимости в принятии садгуру. Мы можем заключить, что ваше слушание харикатхи успешно лишь тогда, когда вы почувствуете: «Мне нужен гуру, где гуру? Мне нужен гуру, который освободит меня, я нуждаюсь в нем». Пока подобные чувства не посетят вас, я заключаю, что вы лицемеры. Только когда вы начнете плакать по гуру, я на собственном опыте это знаю, я также был в крайнем беспокойстве, где гуру, где мне найти гуру. Я ежедневно молился, у меня было огромное мало. Я купил очень дорогую гирлянду и предлагал, предлагал Бхагавану гирлянды и молился, пожалуйста, укажи, где гуру, где мой гуру. И в конце концов он объявился, никто мне не говорил, иди туда и найдешь там его. Я нашел его автоматически, само собой так случилось. Таким образом, если у вас есть стопроцентная вера, вы обязаны, вы встретитесь с гуру. Прабхупад заключает, что если вы найдете сатсангу или вы встретите гуру, это устроил Баладев. Это не вы нашли вайшнава. Это Баладауджи Махарадж благословил вас. Благодаря этому вы встретились с вайшнавами. И вайшнавы уже указали вам четкий путь, куда идти. Не приняв садгуру, пока мы не примем садгуру, мы слепы. Если мы принимаем как гуру обманщика, кто не является самоосознавшей себя душой, он и сам слепец. Как он может указать нам, куда идти? Я рассказывал прежде о Питама Бишме, как и о Парашураме. Тот отверг своего гуру, потому что он давал ему материальные наставления. И таково правило: материального гуру надо отвергнуть, а принять необходимо садгуру, подлинного гуру. Это первая необходимость. И вы стопроцентно отправитесь в ад, если примете обусловленную душу как гуру. Если вы примете как свой идеал падшую душу, вы отправитесь в ад. И если у вас есть последователи, они пойдут за вами. День за днем я буду раскрывать секреты баджана. Время, к сожалению, ограничено. Итак, мы говорили о глупости людей. Они стремятся защищать свои собственные интересы. Они на самом деле преуспели.
в этих вопросах, как обезопасить свою собственность, как обезопасить себя. Тем не менее, это не проявление разума, они глупцы, дураки из дураков. В Гите сказано, что саду может контролировать себя полностью. Их ждут такие несметные сокровища, несметные наслаждения, непостижимое наслаждение. Если бы вы были на месте саду, вы бы побежали за этими наслаждениями и потерялись бы в них. Но саду даже не смотрят на них. У саду столько возможностей, ему готов поклоняться весь мир, но ему это неинтересно. Итак, материалисты считают себя разумными. Но по-настоящему разумен саду, потому что он думает о интересах атмы, о интересах души. А глупые материалисты заботятся о материальных вещах, о своих владениях. Они, может быть, и умны, но умны подобно шакалам. Шакалы тоже умные. Или вороны. Вороны тоже очень умные, но в конце концов ее цель — это испражнение. То есть она настолько умная, умная, но... Но кукушка, они, казалось бы, одинаково с вороной выглядят, но кукушка настолько разумна, что она... откладывает свои яйца и подкидывает их вороне. Ворона думает, о, точно мои детишки, похожи на меня, воспринимает их как своих детей. Когда птенцы подрастают, ворона их растет, и они улетают. То есть кукушка ее одурачивает. И кукушку можно сравнить с саду. Саду не нужны ни храмы, ни что бы то ни было еще. Они просто рассказывают харикатху. Они просто защищают интересы Махапрабху, проповедуют его послание. И больше им ничего не надо. Их никак не погрузить в материальные обстоятельства. Они ни к чему не привязаны. В Гите Бхагаван говорит, что саду очень разумен, очень умен. Он заботится о своем баджане. Но материалисты заботятся о своем имуществе и абсолютно глухи к трансцендентным вопросам, к вопросам о духовности. И их существование подобно сну. Их сознание спит. Можно сравнить их жизнь с темнотой. То есть как во тьме. Они живут как во тьме и спят, не задумываясь о интересах души. Вчера я цитировал стих: «Просыпайтесь, вставайте, развивайте свое сознание, вас ждет несметное сокровище, а ты не берешь, не забираешь его, он ждет тебя». Вчера я рассказывал о том, как безжалостный пчеловод разрушает улей.
которые пчелы создавали на протяжении 2 лет. Он просто забирает все накопленный пчелами мед и продает его. Они так усердно собирали его с разных мест. Но пчеловод приходит и с помощью дыма выгоняет пчел, ломает улей и забирает мед. Точно так же мы всю свою жизнь занимаемся накопительством, защищая свои материальные интересы. Я вам уже рассказывал про Триданди Саньяси. Он точно так же хотел стать богатым, накапливал, но в конце концов лишился всего, его выгнали из дома. И в тот момент он понял, как бессмысленно было то, что он делал прежде. И благодаря... То есть он в этот день осознал, что сегодня действительно я удачлив, потому что только сегодня я понял, благодаря тому, что со мной произошло, я понял, что единственное, к чему я должен стремиться, это Бхагаван. Итак, я говорю, что хорошо, что вы встречаетесь с проблемами, что у вас в жизни появляются проблемы. Великие, огромные проблемы необходимы нам. И только в таком случае, вот когда вы встретитесь с такими трудностями, ваша жизнь может принять совершенно другие обороты. Но тогда вы осознаете, что я всю жизнь игрался, просто забавлялся, но ничего не делал для Бхагавана. Когда преданные хорошо, они спокойно живут, в комфорте, вовремя принимают просад, у них есть кондиционер, горячая вода, это большая проблема для их духовной жизни. Задумайтесь, мы сейчас находимся в таком положении, все это положение, все эти условия делают невозможным для нас стремление к Бхагавану. Итак, говорит Аватхут Саньяси, этот безжалостный пчеловод научил меня тому, что даже если человек всю свою жизнь посвящает семье, своему дому, это не дает ему никакой безопасности, потому что мы все находимся под контролем майи. Мы, даже не майи, а то есть мы находимся под контролем. Человек предполагает, а Господь располагает. Если Он дает на это свое разрешение, это мы достигнем этого. Если нет, этого не произойдет. Поэтому никто не знает. Что будет даже с миллионером? Он может сесть в самолет и из-за авиакатастрофы погибнуть. Если самолет упадет, всего 2 минуты назад он был в здравии, но в любую минуту может с нами может случиться все, что угодно. То есть наша жизнь полна неопределенности, полна неожиданностей. Вечером я буду говорить об этом. Не сможем мы себя обезопасить. Точнее, если мы хотим себя обезопасить, по-настоящему необходимо совершать харибаджан. В противном случае ни деньги, ни люди, ни кто бы то ни было еще, никаких вам гарантий не дадут, что вы останетесь в целости и сохранности, что с вами ничего не случится. You are giving so much energy to learn
martial art, judo karate, because somebody can attack. Who can attack, when, how, no security, why should I give so much time for that? No security, who can attack, when? Is there any security, somebody can attack me? Один человек, я знаю человека, который очень приготовлялся на случай войны, если кто-то нападет, очень много усилий предпринимал для этого. А я думал, к чему все это, они могут напасть, а могут и не напасть, зачем столько времени тратить. Или также про йоги, про которую я вам уже рассказывал. Он столько лет потратил для того, чтобы обрести йога-ситхи, и научился в конце концов ходить по воде. Но когда он рассказал об этом своему другу, тот сказал, мне всего 2 рупии надо, чтобы переправиться на тот берег, а ты потратил на это столько лет. Итак, никак мы не можем обезопасить нашу жизнь. Так как же мы можем защитить, если мы себя не можем защитить, как жену мы сможем защитить, как защитить своих детей? Никаких гарантий нет. Так вот, пчеловод был моим 15-м гуру. 16-й гуру — это олень. Олень очень глуп. Олень бежит на красивую мелодию, на красивый звук. Когда охотник начинает играть на флейте, олень бежит на эту мелодию, и охотник убивает его. Олень, слыша мелодию, бежит на нее, но не понимает, что его поджидает там ловушка. Он бежит, бежит, бежит и попадает в сети. Махапрабху хотел дать нам все. Он сделал все для нас. Но мы настолько глупы, глухи, немы к этому. Столько сокровенных истин Бхаджана поведал нам Махапрабху, но мы не готовы их, мы не понимаем их, не способны их понять. Если начнете читать читание Бхагава, то ничего не поймете, но когда вы будете слушать от саду, вы сможете осознать многое. Я также хотел в будущем читать читание Бхагавату, но для этого нам нужно постоянную харикатху устроить, чтобы без перерывов. Жизнь материалиста полна. Полна соблазнов. Махапрабху говорит, что мы не должны слушать мирские разговоры, не должны говорить на мирские темы. Мирская болтовня с первого взгляда сладостна, приятна слуху. Сейчас я вижу, что настолько плачевная ситуация в мире.
Когда мы учились, у нас были замечательные учителя. Но в настоящее время мне вот один, я сейчас истории не рассказываю, ну, то есть сказки не рассказываю, это правда, учитель, профессор сказал мне лично, что в перерыв учителя садятся в учительской и за чаем обсуждают свою личную жизнь, разные грязные вещи обсуждаются. И мне вот сказал один из этих учителей, что я вот не хочу в этом участвовать, он просто рассказал о том, что происходит у них на работе. Но в наше время учителя помогали в свободное время ученикам. Помогали, когда обращались ученики к учителям, они стремились помочь им. Так вот, чему могут научить такие учителя, которые сами не являются даже не следуют даже нравственным стандартам? Как они могут дать какое-то моральное воспитание детям? Так вот, 16-й гуру как раз учит о материальных разговорах. Люди говорят на материальные вещи, сидят в интернете и ищут интересные им вещи. Они не понимают, что это все больше и больше погружает их в самые низы. И они не понимают, что из этого они затеряются навеки. Если человек не совершал баджан совершенным образом и оставляет тело, куда она потом отправится? Кто-то из вас, например, оставит тело. Где вас искать Будда потом? Где вас искать? Невозможно найти будет вас. Что, вот я, конечно, могу подумать, где сейчас эта дживатма, которая слушала мою катху, но как ее найти? Потому что творение бесконечно. Поэтому необходимо быть очень серьезным в вопросах баджана. Так или иначе, если мы обрели связь с возвышенным вайшнавом и даже в этой жизни не достигли успеха, оставив тело, этот преданный поможет вам. Он притянет вас к себе. В следующей жизни у вас будет, возможно, будет новый шанс. Но ничего хорошего нет в том, чтобы ждать следующей жизни. Надо этой жизнью, преимуществами этой жизни воспользоваться. Итак, повсюду мирские разговоры. Иногда я волосы на себе драл. Всего 15 лет назад еще не было телефонов. И какие-то обеспеченные, очень обеспеченные люди, у них были... какие-то пейджеры. Только у избранных были телефоны. А теперь даже самые, как бы, даже подметальщики сейчас с огромными телефонами ходят. Да что ж там, даже маленькие дети, 2-3 лет от роду, если ему мама телефон сотовый не даст, он не перестанет плакать. То есть почему он плачет, мама дает ему телефон, и он спокойно играет. Чем больше вы будете во все эти вещи материальные погружаться, тем ниже будет падать ваше сознание. Сейчас хоть кого-нибудь сможете сыскать, кто сконцентрирован на шастрах? Все зависят от телефонов, все в телефонах. Digit,
Если даже какой-то вопрос нужно найти, он, то есть ответ на вопрос какой-то отыскать, человек сразу берет в руки телефон. Но знаете, что чем больше мы полагаемся на машины, на любые материальные вещи, на телефоны, на что-то не было, тем больше вы лишаетесь сознания. Потому что вы не полагаетесь на свои мозги, вы не применяете мозги. И они атрофируются. Раньше дети сдавали экзамены, слева писали, был лист, экзаменационный лист, слева была одна колонка, справа была другая, слева были почеты, справа ответы. Но теперь не нужны никакие почеты, все почеты в телефоне и пишут только ответы. Поэтому мозг не включается, мозг не работает, и люди деградируют. Мозг теряет свои возможности, свои силы. Люди становятся слабыми. И поэтому мы видим, что творится в мире. День за днем мы деградируем. Но Амбариш Махарадж, насколько разумным он был, он все свои органы чувств задействовал в служении. Когда-нибудь мы поговорим об этом. Он занимал все свои органы чувств в этом служении так, чтобы каждый из них, каждый из органов чувств достиг совершенства в служении. Итак, чем больше мы говорим на материальные темы, тем больше мы погружаемся в ловушку майи. Девая тасмай нама, банчакапу.